установка ручки Armadillo Arc. Особая трехсоставная конструкция ручки Arc позволила создать широкую палитру цветовых решений. Все ручки Armadillo эргономичны и приятны на ощупь, а технология многослойного покрытия защищает их от воздействия внешних факторов. В коллекции Urban представлено 9 уникальных моделей ручек на круглом и квадратном основании. В комплект к ним вы можете подобрать декоративные накладки и поворотники в том же стиле. Дверная ручка Armadillo Urban с запатентованной системой Turn and Set позволяет произвести монтаж ручки за минимальное время. Для этого просто прикладываем основание к пазу на дверном полотне, вставляем квадрат для центрирования и фиксируем основание с помощью трех саморезов, входящих в комплект. Также в комплект крепежа дополнительно включены стяжные винты для установки ручки на металлическую дверь. После фиксации основания вынимаем квадрат и выламываем центрирующий элемент. Далее производим установку ручки. Для этого наживляем винты для фиксации ручки на квадрат и для фиксации основания. Поворотом накладки устанавливаем ручку. Смотрите, как быстро и просто. Это и есть главная фишка системы Turn and Set. Фиксируем ручку на основание при помощи винта. Выламываем фиксирующий элемент основания накладки, устанавливаем основание на цилиндровый механизм и фиксируем саморезами. Временно извлекаем цилиндровый механизм. Легким поворотом устанавливаем декоративную накладку на основание и фиксируем винтом. По аналогии устанавливаем ручку и накладку с другой стороны дверного полотна. Входящий в комплект квадрат размером 8 на 105 мм имеет продольные прорези по краям для более надежной фиксации ручек. Обратите внимание, на стопорный винт нанесено специальное фиксирующее покрытие синего цвета для предотвращения естественного самовыкручивания от вибраций в процессе эксплуатации. Вставляем цилиндровый механизм в основание накладки и фиксируем основание при помощи саморезов.
Вновь извлекаем цилиндр и монтируем декоративную накладку. Окончательно устанавливаем цилиндровый механизм в необходимом положении и финально фиксируем винтом с торца дверного полотна.